Так, ладно, давайте тестируем на Z. Ну-ка, давай, выходи. Выходи, бро. Сейчас мы с тобой за... Давай. Хтыщ! Офигеть! Офигеть, вы видали вот этот столб огненный? Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox! И сегодня будем прокачивать с вами свою секретную силу. Итак, в этой игрушке у нас есть несколько стихий. Я сейчас играю за суперхьюмана. Здесь есть огонь, вода, земля, ветер, там всякие интересные стихии. И я сейчас нахожусь в безопасной зоне. Но стоит мне выйти, здесь происходят вот такие вот катаклизмы. Ну-ка, давайте мы с вами тоже Я не смог даже выйти из безопасной зоны, я просто-напросто сдох. Походу, здесь ребята слишком прокачаны. Итак, у нас скиллы, значит, юзаются на Z, X и C. Так, у меня сейчас на X это полет, хорошо, я понял. На Z это у меня какой-то удар. Ну-ка, давай удар проверим. Хлопочки! Так, я его не убил. Я понял, это моя ошибка. Так, ладно, выключаем полет. На Z. Ну, что такое на Z? Мы запускаем какой-то шар, что ли? Какой-то удар в виде разбивания стекла. Так, мне не нравится моя суперсила. Здесь можно, в принципе, прокачать себе плюс 100 статов за 8 робоксов. Так, ребят, я становлюсь сильнее. У меня, кстати, репутация минус 5. Походу, я в эту игру когда-то играл. Давайте себе немножечко статов там прокачаем. Плюс соточку ко всему. Так, единственное, что не качается у меня, это скорость. А как качать себе скорость бега? Я чувствую, что чувак меня сейчас отмаслает. А здесь можно просто сражаться? Например, кулак отключаем. Оп, а ну-ка давай. Да... Я понял, он меня убил с одного удара. Я понял, я не лезу. Бро, сорян, не на того нарвался. Так, мы снова снова в безопасной зоне. Что у нас здесь интересненького? Давайте пролетим. Это у нас Gym Safe Zone. Так, здесь у нас прокачка какая-то. Gym здесь, доджо там. Доджо — это у нас школа каких-то техник. Так, что у нас здесь? Спортзал, можно прокачивать свою силу. То есть единичку нажимаем, вместо одного мы будем с вами прокачивать по... По сколько? По одному таки прокачиваю. А если вот это вот прокачивать, то то же самое. Тоже под... Так, я не понял, что чем должны прокачивать здесь. Ладненько. Здесь у нас какие-то дорожки. Ложимся или садимся. А ну-ка. По 5, ребята. Х5 получается прокачка дефенса. Я понял. Если вот здесь вот, то будет по одному. Все, я все прекрасно понял. Так, свободная груша. Значит, я занимаю это место. И погнали. По 2,5. Да, я вижу, что срабатывает, когда я попадаю по груше. По 2,5, то есть x 2,5. Я понял, так, здесь у нас какой-то ринг. Здесь можно сражаться, что ли? Либо суперпауэр. Так, x2 суперпауэр. А здесь поскольку? А здесь по одному. Так, знаешь, здесь суперпауэр, полетели дальше. Полетели дальше, что у нас здесь еще интересного есть? Так, сейф-зона нас не интересует. Город огромный, я вижу. Так, у нас какое? Заправочка. Там у нас ничего нет. Здесь у нас что такое? Сейф-зон. Где-то доджи. Где табличка была с доджи? Мне что, мне нужно было так. Вот. Значит, сюда нам по этой дороге. Сюда. И вот, доджо сейф-зон. Здесь мы что-то будем еще прокачивать. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, здесь у нас медитируют, ребята. Это троечка, да? Ага, суперпауэр X3.5. Все, я понял, где суперсилу прокачивать. В принципе, покупать нет смысла, потому что вы соточку прокачаете намного быстрее, чем будете донатить и собирать эти робоксы. Так, выключаем всю суперсилу. Что у нас здесь за донатик? Small Dumples, Medium Dumples, Goodly Dumples. Что такое Goodly Dumples? Я без понятия, но я это хочу купить. Так, я себе что-то взял. Сколько? По 7000 сразу. Офигеть, вы видали, я прокачался. Так, давайте, слушайте, я стал силен. Или интересно, я смогу замочить его? А ну давай. Китища. Нет, не получилось. А ну вот этот скилл. Китища. Ребят, я его почему-то не убил. Вот, чувак. Вот, давай. Хлоп. Вынес. Так, ладно, у меня получается суперхьюман. Что здесь еще? X2 перманент. Че, выбрать твою силу? X2 опыта. Рандом секрет пауэр. Сколько стоит? 199 робоксов рандом. Или, может быть, выбрать? Choose your power 208. Нет, я хочу выбрать, ребят. Давайте посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Так, я могу выбрать electricity. Так, мне почему-то мой экран отодвинулся. Как его отодвинуть обратно? Ладно. Я не могу выбрать свою суперсилу. У меня завис экран. Как сделать? Что случилось? Как мне выбрать теперь суперсилу? Моя мышка меня не слушается, ребят. Мне нужно как-то отдалить персонажа. Фух! Получилось. Так, electricity. Electricity — это электричество. Огонь. Так, давайте станем в безопасную зону. Так, лед, свет и суперхьюман. Слушайте, давайте что-то выберем. Я хочу себе, например, взять огонь.
Я не знаю, он хороший или нет. Так, я скукожился. Давайте сейчас посмотрим, что за огнище-то такое, ребята, у нас будет. Ну-ка. У меня, кстати, еще одна Goodly Dumples есть, да, была? Нет, пропала Goodly Dumples. Блин, надо было ее использовать. VIU пишет. Так, ладно, давайте тестируем на Z. Ну-ка, давай, выходи. Выходи, бро. Сейчас мы с тобой за... Давай. Ктюш! Офигеть! Офигеть, вы видали вот этот столб огненный? Я просто здесь вынес. Так, на X я могу летать на огне. Хорошо. А на C? На C что? О, обалдеть, вы посмотрите, я просто пол карты снес. Давайте я теперь еще Z-очку юзаем и... Я здесь могу вынести, что ли, всех? Use in safe zone, ты не можешь получать урон. Да, я в safe zone знаю, что не могу получать урон. Так, чувак пытается со мной сражаться. Давай, слушай, ты на кого наехал? Ха-ха-ха, дружище, что? Так, у меня скиллы перезаряжаются, ребят. Я не могу убить. А если на F? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай, стой. Давай, стой. На тебе, с двух ударов сложил, ребята. Я силен. Вот, чувак со льдом. Ну-ка, давай, ледяной, ты где здесь? Ты где? Я не вижу тебя. Ага, все, я вижу. Подлетаем. И сам скилл. Не тебе! Просто обалдеть, ребята. Вот это скиллы. Так, а ты силен? Ну-ка, давай тебе протестим тебе сейчас огненный шар. А могу ли его бросать вперед? Или только перед собой? Так, летать я могу. Из меня летит огненная какая-то фиговина. Так, я вылетел. Вот, давайте вот мы туда забросим. Почему на С так долго перезаряжается скилл? Или они взаимосвязаны? Так, у меня по 70 тысяч. Ну, я думаю, сейчас скачаться нет смысла. Так, Small Dumple, стоп, стоков 7 статы, двойной опыт. Блин, видите, я сбросил персонажа, а у меня, в принципе, можно было заюзнуть еще 7 тысяч. Так, на цет. Вот. Смотрите, чекайте, я поднял шар, я сейчас брошу его куда-то. Вот туда могу бросить. Я могу его бросать на пол карты просто. Обалдеть. Чувака вынес, да, чувак скукожился. А если я буду лететь... И в полете могу ли я юзнуть эту штуку, огненный шар? Ну-ка, давайте затестим. Так, в момент полета я не могу юзать Z. Интересно, а цели C могу юзать? Вот, чувак летает. Так, мы сейчас кому-то приземлимся на голову прям. Вот, ледяному. Привет, чувак! На тебе! Офигеть, ребята! Ребята, игрушка мне нравится. Капец, вот эти скиллы, я не знаю. Я вижу, у кого какие скиллы еще работают. Так, вон чувак, смотрите, летает. Так, мы сейчас будем заряжаться. Нет, пока скилл не перезарядился. Ты хочешь сражаться со мной? Давай. Подходи сюда. Подойди сюда. Где ты? Он меня что-то бросил. А вот, чувак, подхожу. На! А что он умер раньше времени? Его кто-то убил. Его, походу, ледяной убил, чувак. Здесь, получается, все скиллы умеют летать. Все скиллы очень сильны. Так, этот свалился. Я его завалил. Там происходит просто война какая-то. Глянь, что происходит. Так, здесь какой-то чувак упал. Заряжаем шар и туда в него. На! Просто держи Армагеддон. Минус. Я что, тут самый сильный, что ли? Так, у меня титул какой? Я криминальный, у меня репутация минус 10. Все боятся меня, потому что я самый сильный чувак. Ну тебе! Получи, бро! Я его вынес? Я вообще ничего не... Ага, все, один трупик валяется. Galaxy, я могу еще скилл заряжать? Не, они почему-то умирают. А чего не умирают? Они, может быть, потому что я рядом просто прохожу, они дохнут, что ли? Неужели настолько я стал силен, что просто, проходя мимо меня, ты просто умираешь? Ладно, я сейчас взлетаю на огне, найдем сейчас с вами жертву какую-то. Так, где у нас кто-то сидит? По-любому кто-то где-то находится. Вот, на С. Нет, так не работает. Вон, вижу чувака. Убежал. Снова полетели. Сядем мы вот здесь вот на крыше. Я вижу, ребята здесь расслабляются. Попробуйте только выйти. Сейчас я вам заряжу. Нет, у меня на цепь... У меня еще перезарядочка идет. Ведь они в безопасной зоне. Кто у нас не в безопасной зоне? Кто у нас нарушает мое пространство? Я тут властелитель всей карты. Я реально самый сильный на карте. Чекай. На тебе туда. Умер кто-то. Там один уже был мертв. Интересно, второй умер. О, боже, хватит уже. Это ядерная война какая-то. Нет, он выжил, ребята. Все-таки выжил. Выходи. Вот. Супер резкий чувак. Ну-ка, пробегай сюда. Пробеги здесь мимо моего огня. Тебе сразу плохо станет. Он пробежал или нет? Интересно, где он делся? Нет, вообще он убежал. Догоняем, бро. Так, нужно приземлиться ему на голову и выпустить ему всю мою мощь. Так, во! Это световой чувак. Смотрите, он летает со скоростью света. Так, где он? Я вообще не вижу, где он находится. Слушай, у него вот этот фиговина, он вообще жестко передвигается. Так, прикольненько. Так, долетаем. Так, здесь сейф-зона. Вот, здравствуй, чувак. На тебе! Офигеть!
Вот это суперсила, вот это супермощь, мне нравится. Микрокатан какой-то, сдох. Так, ты куда полетел? А могу ли я в небо запустить этот шар? Давайте, перезарядится С у нас. Получается, у нее общая перезарядка между Z и C. Так, у нее перезарядилась. А если в небо запущу? Просто в небо. Ой, вы посмотрите на этот шар. Я просто солнце в небо запустил. Как, куда ты, куда оно вообще полетело? Когда оно взорвется? Нет, оно просто улетело где-то в космос. Я сделал новое солнце, ребята. Реально, создатель солнца какой-то. Так, давайте найдем еще одну жертвочку нам. Тихо, 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 тихо. Я реально какой-то коршун летающий, знаете. Выискивает жертву такой. Раз, раз, раз. Где, 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 где? С высоты птичьего полета. Пока что никого не вижу. Пока вообще никого не вижу. Они все попрятались, что ли, в сейф-зонах. Ну, неинтересно же так, ребят. Давайте выходить. Давайте. Я вижу. Вижу, 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 вижу. Где-то здесь скачет. Где-то скачет здесь дружище. Так, он убежал от меня. Убежал. Так, перезарядка полета была. Да, здесь получается пару секунд уже перезарядка полета. Так, тихонько, 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 тихонечко. Куда ты убежал, дружище? Я тебе. Я реально найду все равно тебя. Вот, 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 вот. Давай, давай, давай сражаться, бро. Давай сражаться. Ты приземлишься? Давай посражаемся. Давай. Ну тебе! Просто откинуло, ребят. Блин, прикольная игруха, конечно, но прокачивать здесь сложновато. Кстати, еще как скорость прокачивать, я без понятия. По идее, где-то можно прокачать же скорость, но это меня сильно не касается. Мне и так, в принципе, нормально. Они здесь быстрые, но слушайте, со мной они просто не сравнятся. Я их выношу армагеддонами своими. Нет, огненный скилл очень красивый, друзья. На этом серию заканчиваю. Всем понравилось, хотите продолжение, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ссылочка будет в описании в эту игру. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, всем покедова!